Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы возвращаемся в Deep Rock Galactic Survivors. Обнова! Добавили новую элиту, модернизировали поведение финального босса, добавили кучу оверклоков и немного пересмотрели баланс. Погнали, посмотрим, что из этого получилось. Как я понял, все это в полной мере можно оценить только на самом высоком уровне сложности. Ну, на опасность 5. Поэтому давайте пойдем на первую локацию, как наиболее простую. Так. За кого мы будем играть? Проще всего мне, наверное, будет играть за пулеметчика. Но я давненько не играл за бурильщика. За инженера я довольно много играл с турельками. Давайте бурильщик. Дознаватель. Плюс 100% элементальный урон. Тема. Прожарка жуков. Ты смотри, сколько жуков, нифига себе. Так, что надо? 6 цветов. Раз. Цветок взял. Молодец, красава. Гимми. Золотишко. Сила эффекта. Увеличит уровень. Давайте силу эффекта. Это, наверное, стаки огня. Больше стаков. Больше веселья. О, надо сейчас сразу вычистить. Мы не будем убивать элиту этой штукой. Только вот этих клоунов маленьких. Петушиный шлем. Зашквар какой-то. Ну, надо взять. Ой, СВЧ-излучатель. Все. Я знаю, с чем я буду играть. Если дают крокотау, я играю с крокотау. А если дают СВЧ-излучатель, то я играю с СВЧ-излучателем. Так, перекраска? Нет, давай. Хорош. Продолжительность. Ну давай продолжительность возьмем. Хорош. Вот здесь еще золотишко. Давай. Вот здесь. Длительность луча плюс 100% к урону, но продолжительность. Давай вот это. Отлично. Прожарка. Смотри, какая хорошая прожарка. Замечательно. О, это новый. Это новая элита. Обрыганец какой-то, кислот. Сейчас золотишко. По-быренькому. Мука. Тут смотри. Как обманули дурака на 4 кулака. Don't
Ну а ты своих-то кислотой как поливаешь? Он и своих поливает. Вот дурак. Перезарядка всего. Ну ладно, ну такое себе, прям на грани, на грани. А, магнит выпал. Выпал магнит. Да отстань ты от меня, хватит кататься. Хепешка. Давайте хепешку. Зажигательная граната. Пойдет. Бросай. Ну ты заколебал кататься, но... Скорость перезарядки лучше. Не, ну мне надо замочить их и магнитик взять. Ну, правда, можно сейчас взять магнитик. Ну, толком нечего собирать. О, скорость перезарядки луч отлично. Лучше бы еще луч ко всему. Плюс один луч ко всему. Да он непонятно в молоко куда-то там светит это СВЧ. Все. Плакал мой магнитик. Yes. Да ё-моё, что тут такие, видите, фиговые улучшения? Где легендарки? Тело эффекта. 15 урон, вот давай. Ширина луча. Да надо вообще 360 градусов, чтобы луч был. Вот это нормально, ну. Крокотау. Давай крокотау. Огоньку немножко. На огонек. Приглашаю. Жучку. Да это понятно, что вы это без меня уйдете с большим удовольствием. Подон. Что-то легендарки стали редко выпадать. Столько уровней. А, золотишко не забрал. Плохо. Давай пока рядом. Да не, давайте оставим. Ну потом будет легендарка, не хватит на следующий раз. Надо всех выжигать. Так, мне нужны цветы. Сила эффекта. Давай силу эффекта.
supply pod prepped for you. We need the LZ clear. Неплохо, неплохо, отлично. Здесь есть какушка. Отлично, и тут турельки. Три турельки стоит, или сколько? Четыре. Хорош. Да, скорость перезарядки. Блин, шут, зараза. Ну прям уж некуда предлагает. Так, а где еще жуки? Достал, делать три ролла и вылавливать непонятно что. Ну это совсем слабенько, они вообще сгорят, мне кажется. Я просто не соберу ничего. А мне цветы еще собирать. И сейчас крокотал замочь. О, вижу цветок. Тихо-тихо-тихо. Не увлекайся. А где еще ресурсы-то? Ну, золото вот здесь. Ну, не очень, конечно, место надежное. Ну, не надежное, безопасно. Блять, для сбора. Ну, отлично. Ну, они все сейчас передохнут. Блин, ну что за херня? Да я и так делаю все, что могу. Быстрей, быстрей, быстрей. Нет-нет-нет, ну... Нет-нет-нет, сука! Давай, огненный. Да, дорого мне обошлось. Столько хп уфигачить. Да иду, я иду. Stage 2 completed, taking you to stage 3. Well done.
Let's shake it up. Let's shake it up. I'll take it. What else we got? Ну, что-нибудь поинтереснее есть. I'll take this one. Bingo! Так, скорость поворота. Увеличивает длину луча в ущерб ширине. Целится у врага с наибольшим максимальным здоровьем. Но это вот под финального босса очень важно. Давайте закроем. О, смотри, смотри, тоже новенький. Скорее, 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 за ним. Видишь, он роняет ресурсы. Вот давай через стенку его, через стенку. Мочи, 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 падал. Так, а куда он делся? Роняет все. Мы его сейчас найдем по золотым. Вон он, вон он, вон он. Мочи, падло. Закрывайся. Да давай, целься. Так, скорость передвижения, скорость перезарядки. Давай скорость передвижения. Давай гоню. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Жук какой наглый. Прет прям. Все не почу. Ничего, ничего, сейчас мы. Отличное место. Шанс уклонения во время движения. Ну, абсолютно бестолковый. Так, мне надо немного марки подобрать. Буквально 4 штуки. Так, ну какие-то еще тут ресурсы-то есть поблизости? ХПшка немножко восстановится. Надо и здесь эволюцию. Как-то бестолково этот уровень прохожу. Блин, 85.
Оставил мне огрызок просто какой-то жалкий. Ну как так? Ну ладно, в следующий раз разберемся. Надо за бабки подлечиться. Дополнительный луч. Nothing for me here. Let's try again. This one suit. I wish the unions would help me pay for this. There's beasties to shoot and work to be done. Get to it, miner. Так, забрал. Один гриб. This is gonna be a walk in the park. Золотишко. Грибочек, ты не так много, а вот 4, дедушка. Надо свечи докачать до максимума. По 4 надо, надо даже тогда будет покрас убрать. Сейчас мы все тут вычистим. Неплохо, огонек работает. Ну конечно, ты мне не дашь СВЧ. Мне надо было соглашаться на Джакатау. Они меня все равно теснят. Да, но они меня теснят, но они сдохнут. Блин, сколько опыта попадает. Ну ты подумай, как подло предлагает. Ну мне случай надо скачать. Давай. Турелька следует за вами. Давай. Ну они уже все передохли, что ли?
see these every day. This is gonna help me be a perfect dwarf. Get yourself onto that drop pod. It's about to head out. Excellent work, Miner. Stage complete. Onwards to stage 5. Покраска. Так, возьму. Опять покраска. Let's shake it up. I'm feeling lucky. Покраска. Мощный оверклок. Плюс 50 урон, 52 замедления. СВЧ-излучатель замедляет врагов. Ну, тоже неплохо. Какунцы? Сейчас будет такой пококун. Ну-ка, прожарка. Делаем яичницу. О, заморозили. Ну, кстати, неплохо жарят. Жарко. Надо сахар. Все, готовим площадку для финального босса. Хорошо. Прям морозит пачками. ХПшку. Ну все, ждем нового дредноута. На 4 будет модернизированный, который какие-то шипы будет устанавливать. Или будут двойняшки. Будет два дредноута. А каждый, ну каждый другого вроде. Так, все. Надо выходить дальше. А, двойняшки. Вот они будут друг друга лечить. Ну давай. И кто тут кого лечит? Ну или они оба? Ну непонятно.
Так, огонек. Все, все, погоди, погоди. Хорошее попадание. А вон, видишь, лечит. Ну это нечестно. Они опять лечат друг друга. Жить за грязные трюки. О, хорош. Ну-ка, что у нас тут? А у нас тут шлак. Кто бы сомневался. А луч так направляется в того, у кого максимальная хп-шка? Здорово. Слушай, здорово направляет. Смотри, лечится. Ну, лучиком, лучиком его обрабатывает. Лечатся они не помнят, так что они уже все передохнут. Надо настакать огоньком. Просто огоньком. О, СВЧ. Зацепил. Ну как бы без твоего совета ты не догадался, что надо работать быстрее. А это сколько у меня хп-то осталось? А, ну минус один. Ну этот чувак там, он как? Лечить-то его уже некуда. Ну его эти крокотал мы и должны знать. Я им такие бабки плачу. Замочили. Вот он, босс. Так, ну что, одного посмотрели. Давайте попробуем второго выловить. Это тот, который один, но мощный, ставит какие-то шипы. Так, будем играть за комфортного мне пулеметчика. С грозовой тучей. Ну, честно говоря, расклад такой себе был. Могло выпасть и получше. Ну, всякие очки там. Еще приблуды. Кстати, теперь можно смотреть характеристики оружия. Не знаю, правда, как это делать. А, вот так. Вот, смотри.
теперь можно более внимательно смотреть за скорострельностью и перезарядкой. То есть, если кидать все на перезарядку, но скорострельность фиговая, то все равно результативность такая себе будет. Тут нужен баланс. То есть он перезаряжает очень быстро, а стреляет очень медленно. Ну, тоже фигня какая-то. Ну и наоборот тоже не должно быть, что он просто расстрелялся и перезаряжает там 10 секунд. Так, а вообще я отвлекся, мне надо срочно искать 20 маркитов. Золото. И сахар. Давай комплекс ураган. Вот, сука. Нифига себе, сколько у них поставил. Он сразу понял, что меня надо давить с самого начала. Потом будет поздно. Так, ищем маркета. Блин, муха заколебала просто. Ну давай, замочи ее уже. А он мне этого поставил, элиту. Блевальщика. Ну давай, покрась. Не получается. Ну чё, я и обоих что ли вынес? Нет, нет. Бутерброд. Плюс 100 пробития. Вот это я понимаю. Сейчас ты у меня попляшешь. Магнитик. Еще пробитие. Ну давай еще пробитие. Давай. Есть, есть, есть. Давай скорострельность. Давай урон. Вперед. Для меня, в принципе, это ничего не нужно. Пистолет. Четыре стороны стреляет. Легко. Дайте гребушку, пусть она. Блин, гаденок не даст мне. Мне же маркета надо собрать.
Ракеты поджигают поверхность. Не, урон не скоростей. Всего-навсего. Скоростей. Пробитие, ну давай пробитие, прям толпу прошиваем насквозь. Скорострельность. Перезаряд. Так, не замарки, это не замарки, это не жестко. Я никогда не видел таких жуков. Сидит там в тылу. Где он что видел? Да какой ментальный урон, нахрен. Подсказка. Подсказка есть. Вот они, мои партии. Прикинь, успел. Вообще не верю. Ну, вот это неплохо. Ну, давай возьмем. Цветы. Очень хорошо. Давайте пистолет от 4 стороны. Так, наверху подгон. Ну давай перезарядку. Никаких денег на рерол, он чертова не хватит. Тихо, ну-ка, уйди отсюда. Петушиный шлем.
Что за фигня? Так, сколько? Три цветочка. Еще не собрано. Шанс на финиш. О, не-не-не-не-не, пошли отсюда. Вот один цветок нашел. А здесь что, цветов нет? Блин, смотри, чуть-чуть золота, прям копейки какие-то. Я далеко как ушел. Ну, блядь, звёздочка. А я золото даже здесь собрал. Тоже нельзя. Ну, чёрт, ну отстань от меня, ну. Ну, закончился у тебя блевотина. Говню. Ну, мне надо забрать, ну подожди. Вот здесь золотик. Мне надо вернуться наверх. Да погоди ты. Еще сахар надо взять. Полкило. Ну как так не добрали? Все. Сейчас мы его завалим. Скорость передвижения. Давно пора. Гаденыш какой, ну что это за жук такой? Надо треснуть просто. Не могу ничего. Пропадают лава-лапы. Блин, когда цветы не нужны, все как кладет. Там по три штуки. Ну ладно, 113 золота есть. Терпимо. Все, отстой. Последний выстрел летит во все стороны. Скорострельность в ущерб точности. Нет, давайте последний выстрел в ассистенте. Броня. Ну давай броню. When this is done, I'm starting my own bloody mine. That's for damn sure. Show them. Десяточка есть. Даже больше. Тут вообще, наверное, все 20 можно было набрать. Да, тут прям много. The surface
two packs of supply pods to land. Please clear it. Dwarves don't die today. This will help me work harder. Hello and good. Хорош. Немного урона. Ну давай дождемся здесь. Тоже как будто его должна Да тут чё, всю площадку? Нет. Ну, по-моему, всю площадку придется защищать. Ну такое себе местечко. Да когда я выйду? Тут крючок. Вынесем. Давай посмотрим, что тут еще есть. Радиус взрыв плюс 50%. Нормально, давай. Увеличиваем броню на единицу за каждые 2% отсутствующих хп. Процента. Так, криопушка. Урон в ущерб силы эффектов. Продолжительность действия. А, лучи дольше длятся. Давай лучи, мне главное тут заморозка. Очень плохие опции. Где легендарки? Ну, бесят. У меня, кстати, нитро нет. Значит, я нитро не нашел вообще. Где нитро? Ты видишь нитро? Я вот этого не вижу вообще. Ну зажали что ли? Зарядка, раз мне все тяжело. Пока так. ХПшка 405. Грибы.
Теперь будет хорошо. Хорош. Все, мне надо за грибами срочно. Хотел взорваться, но уже я его заморозил. Да, ну с грибами что-то плохо совсем. Ну вот же гриб, ну бери. Ну не взял, ну как так? Обрыганец опять этот. Что он здесь забыл? Четыре грибочка. Вот это да. Ну-ка, ну-ка. Мочи, 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 падла. План перехват. Ты меня сбил, ну как так-то? Ну нет, нет, нет. Нет. Ну как так? Ну почти все посмотрели. Чуть-чуть не повезло. Но в остальном все нормально.
Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи. Всем пока.